У нашего дома маленькая придомовая территория. Контейнеры с мусором стоят на муниципальной территории. Раньше дворник всегда убирал мусор рядом с контейнерами, но как появился региональный оператор, перестал. Теперь нам говорят, что за эту услугу нужно доплачивать. Правомерно ли это? Нет, это неправомерно. Неважно, на какой земле стоит мусорная стоянка, то есть контейнеры, дворник как убирался, так и должен убираться, потому что эта услуга входит в содержание. Может ли товарищество собственников недвижимости устанавливать на крышу сотовые антенны? Если это сделано без ведома жильцов, как с этим бороться? Нет, само товарищество собственников недвижимости не имеет права самостоятельно устанавливать антенны. Это делается только по решению общего собрания собственников, членов ТСН. При этом должны проголосовать за установку антенны не более 67%.